мне мама передала. Спасибо. Тебя что, не кормят в твоем ресторане? Я экономлю. На комнату каплю еще немного и сниму. А, чуть не забыла. Тетя Оля просила передать. Очень кстати. Ну как там? Какие новости у Дарья нашей? Вроде нормально. Никита с Лизой дом купили. Эй, мать, ты чё? Что ты сказала? Я говорю, Никита с Лизой дом купили, уже переехали. Подожди, ты ничего не перепутала? Вроде нет. А как это? Этот лох Никита, откуда он деньги на дом взял? Ну, откуда я знаю? Ну, заработал, наверное. Механиком? Ну, вообще-то у него уже давно свой автосервис. Ты что, не в курсе? Мы не общаемся. Ты ешь давай, голодная же. Аппетит пропал. Ладно, пойду я. Хватит жрать. Давай, рассчитывай его. Я домой хочу. Мы разве не до последнего клиента работаем? Он и так сидит, ничего не заказывает, тупо пьет. Твой клиент. Ты и разбирайся. Рассчитать можно? Еще один бокальчик, будьте добры. Ну сколько можно? Вино можете и дома выпить, мы закрываемся. Чего? Чего слышали? Кухня закрылась, бар тоже. Ты кто такая, чтобы меня выгонять? Обслуга. Я тут трачу, как две твои зарплаты за один вечер. У меня вообще огромные проблемы в личной жизни, а ты здесь стоишь и на нервы мне капаешь. Ты кто, малыш? Я кто? Обслуга. Да если ты хочешь знать, я по собственному желанию здесь работаю, чтобы ни от кого не зависеть. Ясно? Нет, я, конечно, не москвичка, но и не жалкая провинциалка. Я из приличной семьи. Ты знаешь, кто у меня родители? Да у меня вообще все в шоколаде. Да я в собственном городе могла и получше устроиться с моими-то связями. Тихо-тихо-тихо, все, все, хорош, все, надавил на больное. Спокойно. Принял тебя за тупую провинциалку. Вижу, что девушка ты не такая, с характером. Очень интересная. Красивая. Ну, может быть, тогда со мной за компанию выпьешь? Выпьете. Да ладно, можно и на ты. Ну так что? По венцу? Да, но только в другом месте. Добро. Значит, ты успешный бизнесмен, но жить тебе негде. Интересно, что это за бизнес такой? Может, у меня такой есть, а я не знаю. Если честно, я серьезно вложился в медицинское оборудование. Да не, я правда говорю. Через пару лет во всех лучших клиниках России мое оборудование будет присутствовать. Последнее слово в медицине, между прочим. Так, и дорого это слово стоит? Ну, каждый... каждый комплект, наверное, как твой ресторан, в котором ты работаешь. Ничего себе. И откуда ты столько денег взял?
Ну, я человек не бедный, мягко говоря. Сейчас все вложил в бизнес. Квартиру отдал своей бывшей девушке. Ага. И ты так всегда с девушками расстаешься? Ну, я вообще стараюсь с ними не расставаться. Но решил не обижать. Так что через пару лет жду дивидендов. И будет у меня и квартира, и машина, и дом в Монако. А ты чего так смотришь? Думаешь, меня все это очень сильно интересует? Да нет, я просто думаю, что ты меня интересуешь. Ты правда очень классная. Я бы хотел тебя пригласить на настоящее свидание. По-человечески. Запланировано. Согласна? Угу. Договорились. Провожу. Мне сегодня нужно еще в одно место успеть. Full House. Карту? Давай. Я сказал, найдите его. Да мне плевать. Да хоть из-под земли. Сядь. Я постою. Сядь, я сказал. Долг решил отдать. Виктор, ты знаешь, что мне часто везет, но сегодня такая ситуация, что я все проиграл. Вот. И что? Ты проигрался. Твоя проблема. Да, но... мне еще немного нужно в долг, я отыграюсь, я все верну. Мне даже просто сейчас негде жить. Знаешь, сколько ты мне уже должен? Что? Богатая бабянка бросила? Не хочет оплачивать твои долги? Это не совсем так. Послушай, твоя фамилия, по крайней мере, в 20 черных списках нашего города. Никто тебе в долг не дает. Почему я должен давать? Я тебе очень благодарен за твою помощь. У меня будут деньги ровно через неделю. Я тебе верну всю сумму, обещаю. Правда. Ладно. Я тебе дам. И если через неделю не вернешь... мои ребята найдут тебя. Ты меня понял? Я понял. Спасибо.
Должок не забудьте вернуть. Счастливого дня. Спасибо за чудесную прогулку. Не за что. Это самое романтическое свидание в моей жизни. И цветов мне никто никогда не дарил. Да ладно? Серьезно? Это почему? Не знаю. Подарки дарили. И бабки. А цветы? Никто никогда мне не дарил. А это очень приятно оказалось. То ли еще будет. Хочешь, поехали к тебе? Ты уверена, что готова? Как никогда раньше. Я от этого хочу. С первой встречи, как тебя увидел. Давай только к тебе. У меня друзья из Питера приехали. Сколько там? 1000. Ой, у меня почему-то наличных нет совсем. Карточки принимаете? Нет. Ничего, у меня есть. Сейчас. Я даже не знаю, почему так получилось. Я тебе обязательно потом все отдам. Ничего. Ты давно здесь живешь? Недавно. На каком этаже? На 7-м. Расскажи мне про свою семью. Зачем тебе моя семья? Они живут в другом городе, я с ними почти не общаюсь. Они сами по себе, я сама по себе. Ну а брат или сестра у тебя есть? Сестра. Мы с ней не ладим. Я у родителей был один и всегда мечтал о большой семье. А я всегда мечтала быть единственным ребенком. Зачем эти вопросы? Неужели ты не поняла, что я влюбился в тебя? Хочу знать о тебе все. Ну хорошо. Тогда я расскажу тебе все как есть. Хотя предпочла бы забыть. Ты сказал, что хочешь показать мне Москву. Я действительно увидела ее сегодня в первый раз. Моя Москва — это 4 стены ресторана, 4 стены квартиры и метро. Это почему? Потому что я тебя набрала. Я пошел в 2 смены, чтобы заработать на съемное жилье. Мой отец работает на стройке, моя мать бухгалтер. Все, что у них есть, это крошечная квартирка в Заровске. В Москву я переехала, потому что отец меня выгнал. Да он вообще мне не родной отец. А зачем ты это сделала? Зачем ты меня обманула? Потому что ты начал на меня наезжать, я защищалась. Ну и потом ты мне понравился. Я боялась тебя разочаровать. А зря. Какие у тебя еще секреты? Я не хочу об этом говорить. Саша, пожалуйста, пойми, мне очень важно знать о тебе правду.
Почему отец тебя выгнал? Я взяла деньги, которые сестре подарили на свадьбу. А зачем ты это сделала? Я хотела им отомстить. Они всегда сестру любили больше, чем меня. Что бы я ни делала, меня в лучшем случае не замечали. И как твоя сестра пережила это? Отлично. У нее свой дом, у мужа свой автосервис. Теперь ты меня презираешь, да? Нет. Но с сестрой нужно помириться. Это еще зачем? Мне это не нужно. Ей тем более. Саша, что бы ты сейчас ни сказала, я вижу, как ты переживаешь. Для меня самое главное, чтобы ты была счастливой. С семьей нужно помириться. Ради нас, ради меня. Я предлагаю вместе поехать в этот твой Заревск? Заревск. Заревск. И все решить. Я все равно не могу. Я работаю в две смены. Ну, от второй смены ты можешь отказаться. Я о тебе позабочусь. Договорились? Спасибо. Приятного вечера. Спасибо. Спасибо. С завтрашнего дня не ставь меня во вторую. Ну, ты ж сама просила. Что-то я не узнаю тебя, Смирнова. Вот уже неделю ты на людей не кидаешься, не хамишь, не посылаешь всех куда подальше. А теперь еще и деньги не нужны. Что это с тобой? Мне кажется, у меня началась светлая полоса. Ребята, хорошего вечера. Спасибо, Сашуль. Вот дает. Никит! Никит, ты где? Лиза? А ты что тут делаешь? Привет. Привет. Еду тебе принесла. Я же волнуюсь. Спасибо. Я тебя совсем не вижу. Ты целыми днями на работе. Ой, ну что ты, ну я же для нас стараюсь. Хочу, чтобы мы в Москву быстрее переехали. Никита, а как же Ванечка? Ты же сам говорил, что детство бывает один раз, а? Надо ценить то, что сейчас есть. Да брось ты. Вот посмотрим, что ты скажешь, когда в Москву переедешь. И учиться пойдешь. Ну ладно. Только приходи побыстрее. Я не хочу, чтобы ты умер на работе. Не бойся, не умру. Ой, я же грязный. Ну все, пока. Ты совсем разболелся. Сейчас придет доктор, посмотрит тебя, выпишет лекарство, и все пройдет. Доктор. Ну, здрасте. Проходите. Сашка, как хорошо, что вы приехали. Я так за тебя переживала. Мама будет так счастлива, что мы помирились. А ты знаешь, я прямо сейчас позвоню ей. Подожди, давай лучше в другой раз, хорошо? Я сейчас просто вот не готова к разговору с ней, с отцом. Я когда тебе деньги отдам... Да бог с ними. У нас и так все в порядке. Я Саше всегда говорил, что самое главное – это семья. А обиды – это несерьезно. Конечно.
ты приехала, а все остальное не важно. И Никита какой молодец, да? Дом купил. Наверное, неплохо зарабатывает. Ну да. Я в нем ошибалась. А ты знаешь, я всегда знала, что на него можно положиться. Теперь вот тоже о Москве мечтает. Говорит, что когда-нибудь откроет там автосервис. Молодец. Ну да, он у меня такой. Никит. А что она тут делает? А это кто такой? Вы извините, мы сейчас. Идем, идем. Иди сюда. Ты с ума сошла? Зачем ты сюда впустила эту змею? Никит, Саш приехал попросить прощения. И ты, конечно же, ее простила. Конечно, простила. Она моя сестра. Да и она изменилась. Что-то верится с трудом. Змеи в голубей не превращаются. Никит, ну я прошу тебя, не ругайся. Пойми, мы наконец-то вместе. Я так давно мечтала об этом. Ну хорошо, буду молчать. Но только ради тебя. Да, и что это за тип рядом с ней? Костя, ее жених. Очень приятный. И мне кажется, он ее очень любит. Я так рада. Наверное, доктор, я пойду, да? А ты иди к ребятам. Никит, давай без обид, если мы здесь не к месту, мы, в принципе, с Сашей можем уехать. Да ладно. Лиза рада, значит, я тоже рад. Будем знакомы. Никита. Костя, очень приятно. Мне рассказали, что у тебя свой бизнес здесь. Автосервис. А если не секрет, как удалось в таком маленьком городке раскрутиться? Работаем. Ну, вам, москвичам. Наверное, на наше провинциальное богатство и смотреть-то смешно. Да чего же. Я, например, себе пока не могу позволить дом купить. Все деньги в деле. А какое дело? Новейшее медицинское оборудование. Вложился по полной. 100% прибыль. Ну, честно, не хочу хвастаться, но заказы растут как на дрожжах. Вот сейчас думаю выкупить патент под это все дело. А ты мне об этом не говорил. Ну так, я думал, что тебе это не интересно. Мужские дела. Никита, посмотри твой автосервис, можно? Да. Да прямо сейчас. Пойдем и посмотрим. Сейчас? Да прямо сейчас. Пойдем. Пошли. Лизе скажи, что мы скоро придем. И поесть нам что-нибудь приготовьте. Михаил, ну что там? Ступицу поменял? Да поменял, поменял. Показывай. Вот. Скромно, но довольно прибыльно. Да ко мне полгорода чиниться ездит. Угу. А когда резину меняем, вообще запись на неделю вперед. А что, делаем качественно, не халтурим. Ну вот, как-то так. И за сколько ты так раскрутился? Да считай, что за год. Я тут механиком работал, а потом выкупил все это у владельца. За сколько? Ну, я договорился в рассрочку. Недавно только рассчитался. А если сейчас продавать? С нашей клиентской базы в несколько раз дороже выйдет. Да, начинал я на автобазе, практику проходил. Ну, в детдоме было еще. Молодец. Мне бы такого партнера в Москву, я бы еще быстрее поднялся. Да брось ты, я же ни в чем, кроме машин, не разбираюсь. Там и не надо. Надо верить в идею, быть надежным партнером и все. Ну, там, наверное, и вложиться надо прилично. У меня есть инвестор, который уже вложил основную сумму. Осталось, наверное, 5 миллионов собрать. Миллионов чего? Евро, небось? Нет, рублей. Столько у меня все равно нет. А ты что, правда хотел бы попробовать быть моим партнером в Москве? А что, я не прочь в Москву переехать. Да и Лиза учиться хочет. А что? Ну, она хоть и молчит, но все равно на меня дуется. Это она тогда из-за меня в Москву не переехала. Я помню. Ну, Сашка тебе уже рассказал, наверное.
Было бы здорово, если бы вы к нам переехали. Но если денег нет, зачем рисковать? Посмотрим. Лиза? М? А что, если нам еще один кредит взять? Мы бы смогли открыть свое дело в Москве. Как ты на это смотришь? Никит, еще один кредит. Нам задом выплачивать и выплачивать. Даже не думай. Фу. Вот. Ты дома? Я думал, что ты на работе. Тут ровно 5 миллионов. Оперативно. Настоящий бизнесмен. Ну, наличку давать не хотели, но у меня в банке друг работает, так что помог. Можно было и без налом. Я же деньги брал под развитие своего бизнеса, под автосервис, иначе бы не дали. А. Так что… Ну да. Ну, что дальше? Дальше я пойду в Москву, дам взятку кому надо. И жди моего звонка. Страшновато как-то. Я так еще никогда не рисковал. Да все будет хорошо, я партнер надежный. Так что не переживай. Ну ладно. Да, и ты Лизе ничего не говори, она пока об этом еще ничего не знает. Конечно, не скажу. Ты что? Ну, спасибо тебе, Костя. Что ты? Да не за что. Ладно, я пойду на работу. Давай. Хорошего дня. Спасибо. Да, партнер, все хорошо. Я купил патент, да, не переживай. Все в порядке. Пока. Моя ты хорошая. Как бы я хотел подарить тебе весь мир, но могу предложить только себя и эту квартирку. Но это пока. А мне больше ничего и не нужно. Я же люблю тебя. Я тебя тоже. Ну все, я пошел зарабатывать деньги. Пока. Что это? Ты испачкался. Пока, 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 пока. Ну, пока. Хм.
Я все. Ну давай тогда, что, закрывай. Алло, Костя? Костя, привет. Слышь, ты обещал рассказать, как идут дела. Дружище, все в порядке. Я забегался, было много дел. Ты в доле, жди дивидендов. А сколько ждать? Скоро все будет. Дело в том, что мне тут уже письмо счастья из банка пришло. У меня задолженность по кредиту. Аппарат вызываемого абонента выключен. Алло. Алло, Костя. Костя. Саша, привет. Привет. Саш, мне нужно срочно поговорить с Костей. А его дома нет. Как нет? А где он? Он в командировке. Опять в командировке? Да он постоянно в командировке, как только я ему звоню или приезжаю. А как с ним можно связаться? Да я тоже сегодня не дозваниваюсь. Хорошо. Хорошо, передай ему, когда будет звонить, что мне пришла повестка в суд. А он знает, о чем речь? Да, он знает. Да, и Лизе ничего не говори. Хорошо, как скажешь. Хорошо, давай. Саш, я сейчас в Калининграде еще по делам. Я ему сам наберу. Мы же с тобой договорились. Все хорошо, не нервничай, не паникуй. Все, пока. Вы на фамилию Разумовский? Да. Угу. Ну что, Разумовский? Когда долг отдавать будешь? Время-то уже прошло. Ребята, у меня с Виктором договоренность есть. С Виктором? На меня смотри. Да не верит Виктор байкам твоим больше. Долг твой нам продал. Так что, если подсуетишься, жить будешь. Понятно? Угу. Понятно. Времени у тебя неделя. Ух. Никита. Никита, ты опять пил? Но ты же мне обещал, что больше не будешь. Отстань. Никита, посмотри на себя. На кого ты похож? Оставь меня в покое. Старшая чертова семейка только ждала момент, чтобы ткнуть меня лицом в грязь. Хватит надо мной издеваться. Да может, ты объяснишь, что происходит? Ты уже неделю на работу не ходишь. Нет никакой работы. Банк автосервис забрал за долги. Да за какие долги? Вся жизнь чертям пошла. После того, как тебя встретил и сестру твою мразь. Оставь от меня! Привет, дорогая. Ты чего так поздно? Да банкет был. Устал? А ты чего не спишь?
Да не мог заснуть. Серьезные проблемы, Саша. Что случилось? Конкуренты хотят отобрать часть бизнеса. Я знаю, как решить эти проблемы. Знаю людей, которые могут это сделать. Но они бесплатно этого делать не будут, сама понимаешь. Но у меня нет денег. Ты знаешь, я все на квартиру трачу. Знаю, да. Но у тебя есть доля в родительской квартире? Да. Но я не могу ее продать, там же родители живут. Да, конечно. Я сказал, не подумав, прости. Ну, ты устала, пойдем. Помогу. Давай. Саш, давай поженимся. Что? Ты единственная меня поддерживаешь. Я ради тебя готов горы свернуть. И я тебя люблю. Правда. Согласна? Согласна. Родителям твоим скажем? Конечно. Может, хоть теперь они за меня порадуются. Сереж, ты ждешь кого? Нет. Наверное, это соседка. Я открою. Пап, это мой жених Константин. Здравствуйте, я давно хотел познакомиться с Сашиной семьей. Ну, коли приехали, проходите. Чего в дверях торчать? Санечка, пойдем. Костя, проходите. Угу. Ну, надо же. А я думала, вы все мое выбросили. Привет. Я знала, что ты вернешься. Отец, должно быть, был счастлив, когда я уехала. Ну зачем тут, Санечка? Как же ты не понимаешь? Он ведь тебя вырастил. И он тебя очень любит. Мамулечка.
За вашу семью, Сергей Петрович. Помидорки. Помидорка. Давай. Помидорка, Олин рецепт. Попробуй. Сергей Петрович. Я честно знаю, что Саша была сложным подростком. Да. Но она сейчас исправилась, правда? Твои бы слова да Богу в уши. Я ж всегда мечтал о большой семье, чтобы внуки бегали, знаешь, ай. У нас с вами сходится желание. Я хочу, чтобы у нас с Сашей минимум 3 ребенка было. Да? Угу. А ты баню любишь? Баня – это святое. Каждую неделю хожу. Уже последние лет 7. А рыбалку? Каждое лето езжу в Астрахань к другу. На машине. Там красота такая. Хотите вместе поедем? На машине. У вас есть машина? Ой. Какая у меня машина? Не, да серьезно. Что ты? Что ты? Ой. Пойдем в гараж покажу. Пойдемте. А? Да. Чик. Я же ее. Она у меня такая. Какая-какая? Костя, где ты был? Ты меня испугала. Подышать выходил. Не спалось. Спи, спи. Все хорошо. Давай. Санечка, может, с нами поедете? Знаешь, как Лизка будет рада? Может, поедем? Не, мам, лучше в другой раз. Мы с Костей вас дома подождем. Ну да. Ладно, мы недолго. Вы завтра уезжаете? Угу. Да. Ну, пока. Счастливо. До свидания. До свидания. Давай. Пока. Пока, доча. Счастливо. Мамочка, следи за ним, чтобы он не гнал. Побудь осторожней на дороге. Сань, ты что, забыл, что ли? Он же 30 лет за рулем. За нас с матерью не волнуйся. На мою красавицу. Можно положиться, доставят в лучшем виде. У вас крутая машина. Это с виду раритет. А на трассе только так, наверное, гоняет. 140 легко. Давайте. Вы позвоните, когда обратно будете ехать, я ужин приготовлю. Хорошо, хорошо. Счастливо. Пока, пока. Пока.
Ой, Сереженька, спасибо тебе. За что? За Саньку. Я так боялась, что ты не примешь ее обратно и выставишь на улицу. Александра новую жизнь начала. Работает. За хорошего человека замуж выходит. О. Так значит, ты ее простил? Ну, конечно, простил. Ну, куда ж я денусь? Она ж мне не чужая, правильно, да? Ты черт! Что такое? Осторожно, Сережа! Глазами что-то! Что? Что? Руль держи, Сережа! Осторожно! Сережа! Алло. Здравствуйте. Вы Немова Елизавета Сергеевна? Да, Немова Елизавета. Старший сержант Звонарев беспокоит. Вам знакомы Сергей и Ольга Смирнова? Да, это мои родители. А что случилось? Мне очень жаль, но они погибли в автокатастрофе. Ну что же, Сережа, Оля, пусть земля вам будет пухом. Ой, Серега, брат, подвела тебя твоя любимая машина. Кто же знал-то? Царство им небесное. Держитесь, девоньки. Тетя Зоя, дядь Миш. Спасибо, что приехали. Кость, и тебе спасибо, что помог все организовать. Мы бы без тебя не справились. Лиза, о чем ты говоришь? Мы же свои. Мы уже почти как родственники. Хорошо, что ты успела с родителями помириться. Это тоже Косте спасибо. Лиз, а почему Никита не пришел? И на кладбище его не было. Не по-людски как-то. Тетя Зоя, у него на работе проблемы. Может, позже подойдет. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы гражданка Немова? Да, что случилось? Вот, ознакомьтесь. Что там? Не знаю. Решение об исполнительном производстве. Не понимаю, что это. Ваш муж дома? Нет. Понятно. Вы Никита Иванович Немов? Я? Да, вы. Нет. Документы предъявите, пожалуйста. А что происходит? Ради бога. Как вам не стыдно? Вы что, не видите? У нас поминки. Вижу. Вот Никита Немов, хозяин дома. Никита Иванович Немов? Распишитесь. Вот здесь. Вы, может, наконец объясните нам, а? Что происходит? Приступайте к описи. Так, заходим. Из-за этого козла. Я ему доверился, он меня кинул. Сволочь. Брат, я тоже прогорел. С каждым может случиться. И потом я предупреждал тебя, если денег нет, не стоит рисковать. Значит, я еще и надо. Стыдись! Гражданин Немов, по решению суда ваше имущество переходит банку. У вас есть полчаса, чтобы освободить помещение и прилегающую территорию. Хорошо. Извините. Господи. Теперь понятно, что у вас за дела. Но почему же ты нам сразу не сказала? Мы бы помогли, не чужие да. ведь. Дядь Миш,
Да я сама только сейчас все узнала. В голове не укладывается. Слава богу, что не на улицу выгнали. Хоть квартира от родителей осталась. Царствие им небесное. Я смотрю, Никитка еще хуже распоясался. Дальше ехать уже некуда. Да и руки распускает. Сама виновата. Доставала его, пилила. Я же не знала, что все так плохо. Это не дает ему никакого права поднимать на тебя руку. Хорош, гусь. Сначала изменил тебе на вашей собственной свадьбе, а теперь это. Ты на развод не хочешь подать? Я его тогда простила. И сейчас прощу. Мы семья. Ну все. Ну, тише. Слушай, смотри. Ванечка, смотри, кто-то стучит. Ванечка, иди к папе. Не трогай, ты его уронишь. Ты что, мне за ребенка не доверяешь? Так, тише, ты его пугаешь. Не смей мне перечь. Отстань! Заткнись, дура! Ой, что там у вас? Ух ты! Сволочь, я вызову полицию. Вот гад, а. Ну как ж так можно? Ой, бедная девочка. Ой, сердцем что-то. Ой, Лиза. Ой. Тихо, тихо, Ванечка. Ой. Атюшки. Тихо, тихо. Саша, ну неужели ты не понимаешь, что я не могу вернуться в Москву без денег? Костя, я все понимаю, но я не могу сейчас говорить на эту тему с Лизой. Я не могу сказать, что хочу продать свою долю в квартире. Ты вообще понимаешь, как ей сейчас тяжело? А мне что, легко? Ты обо мне подумала? Прости. Ты чего на меня кричишь? Прости, пожалуйста. В общем, все не так, как я тебе рассказывал. Я не хотел говорить, но они забрали бизнес. Меня подставили. Теперь я должен выплачивать долги, к которым я не имею никакого отношения. Бандитам, которые меня просто убьют, если я этого не сделаю. Хорошо, я продам свою долю. Этого недостаточно. Уговори Лизу продать свою долю. Через полгода вы получите долю родителей, и тогда ты ей все отдашь. Ладно, я попробую. Правда? Угу. Спасибо. Спасибо тебе большое. Прости меня. Давай помою. Не надо, спасибо. Правильно сделала, что на развод подала. Слава богу, все обошлось, и Ваня не пострадал. Не могу поверить, что это случилось. Никита не такой. Похоже, ты плохо знаешь своего мужа. Я бы на твоем месте довела дело до конца и заявление из полиции не забирала. Жаль, что дядя с тетей уехали. Они бы тебя убедили. Я так не могу. Думаешь, он после развода тебя в покое ставит? Не надейся. Уезжать вам надо с Ваней отсюда. Куда, Саш? Да хоть бы к нам, в Москву. Я помогать буду. Давай продадим наши доли и уедем. А родительскую долю сдадим, и это деньги твои будут. Я не хочу уезжать отсюда.
Вон он, твой Никита, явился, не запылился. Я открою, меня не тронет. Не надо, я сама. Нема вылезает, Сергеевна? Да. Здравствуйте. Следователь, Григорий Орлов. А если вы насчет моего мужа, то я забрала заявление. Вы не поняли. Я занимаюсь расследованием убийства ваших родителей. Как убийство? Да, следственный отдел по расследованию ДТП передал это дело нам. Но в протоколе было написано, что папа не справился с управлением. Протокол составляет инспектор на месте ДТП, а экспертиза показала, что авария была не случайной. Что вы несете? Вы Александра Сергеевна Смирнова? Да. Следователь Орлов, вы, может, позволите мне пройти, и мы поговорим в более удобной обстановке? Да, конечно, проходите. Извините, я сейчас. Когда вы последний раз видели своих родителей? Где-то за полчаса до аварии. Мы здесь все позавтракали, и они поехали к Лизе. А вы меня подозреваете в чем-то? Вы проживали вместе с родителями в этой квартире? Нет. Я в Москве живу. Мы с моим женихом здесь ночевали. Как зовут вашего жениха? Костя. Константин Разумовский. А какое это имеет значение? С какой целью вы приехали в Заровск? Познакомить Костю с родителями, а что? А где обычно ваш отец хранил ключи от гаража? В коридоре на полочке. Ну, все, с меня хватит. Не могу отвечать больше на эти глупые вопросы. Лиза, я пошла. Ну, я не понимаю, зачем кому-то надо было убивать наших родителей. Они никому ничего плохого не сделали. Их все любили и уважали. Елизавета Сергеевна, я как раз это и пытаюсь выяснить. У вашего отца был стаж 25 лет и ни одной аварии. Ни одному мне это кажется странным. Ну что? Лиза не согласилась. Да еще этот следователь совершенно не вовремя пришел. Какой следователь? Да идиот какой-то. Считает, что наших родителей убили. И что он спрашивал? Когда я в последний раз видела родителей? Где была машина? Где лежали ключи? Почему мы вообще приехали к родителям? Его-то какое дело? Это все? Вроде бы. Но это формальность. На него давит начальство, вот он и суетится. А что с деньгами? Лиза против. Значит, меня убьют? Нет, Костя. Нет, Костя, нет. Я на все готова ради тебя, понимаешь? Я не знаю, что делать. Есть один способ, но я уверен, что ты не согласишься. Говори. Тихо, Ваня! Тихо! Бьёрг! О, здравствуй, красавица! Вах! Вы кто? Ассалам алейкум. Вы что здесь делаете? Я плохо понимаю русский. Это моя квартира, уходите немедленно. Саша хозяин. И что? Наша комната. Мы здесь жить. А ты тоже снимаешь, соседка? Так это Сашка вам сдала комнату? Саша. Он. Ну все. Что ты ищешь ты? Я вернусь. Озеро-ка. Алло, Саша.
Ты зачем это сделала? Я рассовывай. Нет, я не передумала. Я ничего продавать не буду, отстань. Муж есть? А вы все сидите. Здорово. Эй, хозяйка, плов будешь? Нет, спасибо. Стой, стой. Фрукты ребенку возьми. Мне их из дома прислали. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Я принесла, что ты просила. Как Ваня? У него кишечная инфекция. Очень тяжелой формы. Бедненький. Где же он мог ее подцепить? Где, где? Сашенька. От твоих жильцов. Делай, что хочешь, но этих людей в нашей квартире быть не должно. Лиза, я не хотела, чтобы Ванечка пострадал. Но у меня просто нет другого выбора. Мне срочно нужны деньги. Если ты согласишься на продажу, они съедут сегодня же. Саш, я не понимаю, почему ты так делаешь? Я не знаю. Я тебе все верну и обещаю. Ты говоришь, как твой Костя. Это же ему деньги нужны, да? Я люблю его, понимаешь? На основании изложенного, руководствуясь статьями 194, 199 Гражданского правового кодекса Российской Федерации, суд решил: брак, зарегистрированный 7 июня 2012 года в Заровском отделе ЗАГС управления ЗАГС Заровска, актовая запись номер 479, между Немовым Никитой Ивановичем и Немовой Елизаветой Сергеевной расторгнуть. Определить проживание несовершеннолетнего Немова Ивана Никитовича с матерью Немовой Елизаветой Сергеевной. Лиза, подожди. Прости меня. Простила. Мне очень жаль, что я потерял тебя. Никита, мне жаль, правда. И если ты перестанешь пить, ты сможешь видеться с Ваней так часто, как захочешь. А завтра меня здесь уже не будет. Ты уезжаешь? Да. Возвращаюсь в армию. Буду служить по контракту. Здесь мне больше делать нечего. Береги себя. Прощай.
Давай. Слезь, говорю. Нет! Давай! Ай! Помогите, нет! Помогите кто-нибудь! Помогите! Елизавета Сергеевна, здравствуйте. Можно войти? Здрасте. Извините, сейчас неудобно. Родственники приехали? Нет, жильцы. Елизавета Сергеевна, я, конечно, понимаю, это... Это не мое дело. Я понимаю, вам сейчас очень нужны деньги, но ради ребенка я бы на вашем месте нашел бы другой способ их заработать. Я не могу их выгнать. Это моя сестра сдала им комнату. Без вашего согласия? Да. Тогда позвольте мне вам помочь. Граждане проживающие. Что такое? Приготовьте, пожалуйста, паспорта для проверки. Там не найдем, да? Не надо, не бейте, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, не убивайте. Че, обделался, да? Месяц прошел. Деньги когда вернешь? Я все верну, честно обещаю. Я все отдам. Вали его. Нет, 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 не надо, не надо. У тебя 12 часов. Поехали. Точно не вернуться. Ну почему не вернуться? Вернуться. К себе, на родину. Елизавета Сергеевна, я к вам, собственно, по другому вопросу пришел. Лиза, скажите, что вы знаете о женихе вашей сестры? О Косте? Да. Он бизнесмен. Из-за него разорился мой бывший муж. А почему вы спрашиваете?
Понимаете, Константин Разумовский трижды проходил в качестве подозреваемого в делах о мошенничестве. Но доказать его причастность ни разу не удалось. Боже мой, бедная Саша. Интересно, она знает? Возможно. Будьте осторожны, Лиза. Да, конечно. Ну, мне пора. До свидания. Костя, Костенька, возьми трубку. Давай, давай. Сядь. Сейчас, подожди, я вызову полицию. Сядь, прошу тебя, давай вызовем полицию. Сядь! Они нашли меня. Если я в ближайшее время не верну деньги, меня убьют. Костя, я... Надо вызвать полицию. Нет. Это бесполезно, это одна контора. Квартира твоих родителей – это... Мой последний шанс. Костя, я еще раз поговорю. Поговорю с Лизой. Я уверена, если я ей все расскажу, она мне не откажет. Нет, я сам поговорю с ней. Я все ей объясню. А теперь дай мне воды, пожалуйста. Привет, Лиз. Привет, Кость. А что у тебя с лицом? Неприятности были. А Сашка где? Саша пошла на рынок купить новый комбинезон для Вани. Мы уезжаем, я пришел попрощаться, это тебе. Спасибо. Нальешь чаю? Конечно. Проходи. Угу. Добрый день. А в чем дело? Так, давайте без церемоний. Результаты экспертизы показали, что в машине ваших родителей был перерезан тормозной шланг. Не догадываетесь, кто бы мог это сделать? Нет. А ваш жених не заходил в гараж? Нет. Гражданка Смирнова, у меня есть подозрение, что вы покрываете вашего жениха. У вас нет доказательств, что он виноват. Но это всего лишь вопрос времени. Напротив гаража вашего отца установлена камера наружного наблюдения. И в ближайшее время мне предоставят эту запись. Саша, Разумовский опасный человек и мошенник. И ради денег он пойдет на все. Подумайте об этом. Вот моя визитка. Если захотите что-либо рассказать или что-нибудь вспомните, позвоните. До свидания.
уложила? Да, вроде уснул. Успокоился? Что-то. Сашка долго не идет. Придет, никуда не денется. А ты мне еще чайку нальешь? Да, конечно. Слушай, спасибо. Лиз, я насчет квартиры с тобой хотел поговорить. Я здесь совершенно ни при чем. Саша уперлась, буду продавать и все. Честно. Все хорошо. Спасибо. Кость, мне как-то нехорошо. Что с тобой? Дурно как-то. Ты куда? Я сейчас приду. Тебе помочь? Нет, не надо. Ну чё, где твой сучонок? Я не знаю. А если подумать, а? Он уехал. Уехал, говоришь, да? И вещи с тобой не забрал, уехал. А? Ну, поссоришься. Слушай меня, странная ты баба, а? Он тебе врет. Обирает тебя, как липку. А ты за него готова жизнь отдать? Пока ты его здесь выгораживаешь. Он тебя в карты где-то проигрывает. Нет. Да. Год назад он так уже мать свою из квартиры проиграл. Привет ему передашь. На прощание. Спасибо, что приехали. Я без вас не справилась бы. Спасибо, что позвонили. Вы оказались правы насчет Кости. Я слышала, как той ночью он выходил из квартиры родителей. Не понимаю. Я не понимаю, как я могу быть такой слепой. Это ведь все я. Я во всем виновата. Мама и папа из-за меня погибли. Саш, успокойтесь. Вас просто обманули. Воспользовались вашим доверием. Это может случиться с каждым. Я ведь любила его. Понимаете? Как никого раньше. Саш, вы готовы дать показания против него? Пора ехать. Пожалуйста.
Поехали. Конечно, проходите. Вот, это вам. Спасибо. Ну, как вы себя чувствуете? Странно. Я почти ничего не помню. Мы с Костей пили чай, и вот я здесь. Мне сказали, что у нас был пожар. Лиза, понимаете, Разумовский пытался вас убить, вас и вашего сына. Он подсыпал вам снотворное в чай и поджег квартиру. Боже мой, а что с Сашей? А с Сашей все в порядке, вы не волнуйтесь. Это она спасла Ваню и позвонила мне. Так это вы меня спасли. Ну, без вашей сестры я бы не справился. Ну, выздоравливайте. До свидания. Да. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Сашенька. Лиза, милая, прости меня, если сможешь. Сашка. Это я во всем виновата, прости. За то, что вы с Ваней едва не погибли. За смерть родителей. За то, что ты с Никитой рассталась, за то, что я завидовала тебе за все. Сашка, я тоже виновата. Эгоистка. Мне всегда нравилось быть всеобщей любимицей. Я даже не думала, каково тебе оставаться в стороне. Лиза, ты мой самый родной человек. А ты мой. Что еще должно было произойти, чтобы мы это поняли? Саша! Саш! Лиза, спасибо, что пришла проводить. А где Ванечка? Он с Гришей. С Григорием они там идут. Не смущайся ты так. Я же все вижу. Орлов хороший мужик. Саш, а может, не поедешь? Может, лучше со мной останешься, а? Нет, Лиз, я все решила. Я вернусь на работу, в свой кабак. Учиться пойду. Вот весной сдам экзамены и куда-нибудь поступлю. Надоел болтаться. А я приезжать буду. А может, я? Да? Да, я решила на фармацевта учиться заочно. Так что на сессию в Москву. Но я Ваню не хочу надолго оставлять. Можно мы с ним вместе будем приезжать? Да, конечно. Я помогу. Мы справимся. Пока. 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 Thank you.
Граждане, автобус отправляется. Поторопитесь с посадкой. Пока. Ну что, проводила? Да, Гриш. Знаешь, мне жаль. Мы с Сашкой потеряли столько времени. Мы с ней с детства могли бы быть друзьями. Я думаю, что настоящие отношения нужно выстрадать и заслужить. Вот вы заслужили, потому что вы поняли и простили друг друга. А вот я не знаю, чем я тебя заслужил. А мне кажется, надо просто любить.